Папенький мой. Парни, а где вы катаетесь? Мы вот, вот туда вот. Ну, тут это где? По проезжей части? Ну да, всегда то... А здесь есть другое место, где можно кататься? Нет. Только по проезжей части, да? Да. Хотелось бы обратиться к родителям, имеющим детей вот, возраста дошкольного, школьного, младшего, среднего. Пожалуйста, инструктируйте своих детей, как нужно себя вести. Управляя велосипедом, управляя мотиком. Напоминайте основные правила безопасности.